Всем привет! Добрый вечер, добрый день. Водички хочу, ходила в магазин. Ах, водичка вкусная, да? Вкусная водичка. Что я купила? Ой, как всегда, ищу свою дешевую. Дешевую уценочку. Фух. Жарко. В магазинах экономят эту... Как она? Вытяжка, как он? Кондиционер. Вообще жарище, обливаюсь потом. Купила бананчик я по уценке. Уже даже ВТБ стали перебирать. Раньше вообще не было уценки ВТБ. А сейчас есть. Купила бананчик, я сейчас покажу. Вот я держу. Во, видите, без хвоста. А так хороший. Сегодня ж автобусы уже по-новому ходят. Трамваи не ходят с половины города от трампарка. Народ идет пешком, как большой колхоз. Автобусы остались, троллейбусы. Ну и маршрутки. Цена пока одинаковая, автобус-маршрутка. Троллейбус бесплатно. Хорошие бананчики. На 10 рублей дешевле, чем килограмм. Ну, настоящих. А может и больше. Бананы 70, а так 50 с чем-то. 52, что ли. За килограмм. Так, бананчик съели. Мусор вынесла. Еще ведро не застелила. Я застилаю бумагой. Потом кулек вешаю. Что-то газеты нету. Уже вторую неделю нету газеты. Что это такое? Так. Что я купила? Купила сырок. Тут мой сыр уже подорожал. Видите? На 20 гривен. Так я взяла вот еще дешевый по 40 с чем-то. Не знаю, вкусный, невкусный, что это. Ну, тут написано, по-моему, плавленый. Фиг его знает, что это такое. Сейчас посмотрим. Не откроешь. Эту фирму не очень любят. Ну, пришлось взять, потому что дешевая. Может, она искусственная. Ой, что-то вид у него такой. Какой-то серо-розовый. Опасный. И как-то залито вот так вверх ногами. Что вот здесь пусто, а кажется коробка через верх. Сейчас я хлебушек купила, ходила. Ой, сейчас я достану. Где мой хлебушек? Все, купила этот хлебный. Колбасу хлебную из этого, с пшеничной каши колбаса. Мне она нравится. Она дешевая и вкусная. Потому что дорогую я не могу брать. Так, это мусор. Так, еще ж я тут что-то купила, я ищу. Сумка пустая. Да, эта сумка пустая. Вытащила всю. А вот что я купила. Зашла ж я в свой магазинчик.
любимых товаров по нашим деньгам. Смотрите, какая хорошая сумочка была. Я не могла не купить. Абсолютно новая сумочка. Такая шикарная. Ну, просто шикардос. И легенькая-легенькая. И я ж купила. Она стоит дешево. Вот такая новенькая сумочка. Хорошенькая такая. И я купила эту сумочку. Она совсем дешево стоит. И сюда же и наложила этих товаров. Хлебушек вот взяла. Хлебушек хуторской. Мне понравился. Он у меня в морозилке лежал долго, 2 недели. Сейчас опять я его заброшу в морозилку. Купила кефирчик я. Ох, кефирчик купила. Надо тоже его в ведерко. И купила эту Машку. Сейчас Машка тоже по акции. Вот такая штука. Вот и все покупочки. А еще я вам покажу. Там купила я этот. Вот такая хорошая сумочка. Видите? Ой, отличная сумочка. Ту-ту-ту. Такая легенькая, хорошая сумочка. Шикарная. Вот. И такой купила кошелечек для телефона. Тоже он копейки стоит. Так вот открываешь там. Даже ручка есть. Вот ручку понес. Вот так. Ту-ту-ту-ту. Вот такие покупочки. Совсем не думаючи, заходить нельзя. Но нужная вещь. И то нужная. Его не купишь так. Дорого стоит в магазине. И сумки теперь быстро рвутся, потому что пакетов нету, все носишь в сумках. Сумки быстро теперь рвутся. Вот такая сумочка. Так, что я еще тут? Хочу попробовать этот же сырок. Что за сырок? Откроем хлебушек. Этот нам не надо хлебушек. Так, сейчас мы тут все попробуем. Народу вообще нету в городе. Вообще. Такое впечатление, что все уехали. Да, пусто. Видите, на дне там дырка, а сверху, кажется, через верх. О, провалился, провалился сырок. Вот хитрые, да? Хитрят. Это ж уже тут не 200 грамм, а 100 там 60, само больше. А то 135-140. Хитрят, хитрецы. Ну, я, конечно, творожок хотела, а это чепуха. Ну, что делать? Такое все дорогое. Сейчас я это закрою. Так. Там мне писали, ой, вы 2 года назад были такая. Конечно. 2 года назад мы еще жили, бегали, чем-то занимались, и болячка не так прогрессировала. А сейчас сидишь только болячку раз этот. Выращиваешь ее. Болезнь тоже не красит. С каждым годом хуже и хуже. Сейчас очень плохо с этой болячкой. Так что. Да и цены такие стали. Знаете как, одежда тоже играет роль.
не всегда купишь хорошей модной одежды, такой свежей. Все донашиваешь, экономишь. Ой, опять я привыкла все у мусора. Мусор не застелила. Надо было застелить, прежде чем начинать это дело. Видите, оно тут еще обсыпано всякими вкуснятинами. О, такая колбаса хлебная из пшеничной каши. Вот такой бутерброд. О, шикарно. Артрит, очень клацают челюсти. Прямо невозможно рот открывать, аж шляпают. Ой, даже слышно на видео, как клацает челюсть. О, вот это жизнь веселей. Да, Пошик? А с кашей беда. Вот, красавица, вот это. Кто брал? Я ее первый раз беру. Никогда не брала. Брала сырочки вот это в ведре. Но они сейчас такие дорогие. Все по 60 с чем-то. 65, 67. Кефир даже не литр. 36 гривен. Ну, правда, там написано вершковый плавленый сыр. Да, оно жирное. Сливочное такое. Вот и все покупки. Вот и повечерили. И обед это, и ужин. Утром ела борщ. А здесь тоже стакан только большой, видите? А пол стакана внутри. Чтобы люди покупали, обман. Так, где ложечка маленькая? Ой. Это что, мне вставать надо? Ой. Вкусненько. Как маленький ребенок и притихла. Раньше был творожок, а теперь
Что-то такое, как молочный пудинг. Вкусно. Лайк, подписка, колокольчик. Не забываем писать комментарии. Комментарии у нас прекрасные. Все пишут мне, молодцы. Лайк, подписка, колокольчик. Не забываем писать комментарии. И до новых встреч. Пока-пока.